Есть поручение президента, надо оказывать помощь, поддержку, в первую очередь, самым нуждающим семьям, гражданам Казахстана. Для этого мы сейчас совместно с местной исполнительной властью работаем. Мы хотим разработать индивидуальную социальную карту, на каждую семью знать, работает, не работает, какой там у них доход, какие там проблемы и так далее. И на основе этой карты мы будем определять самых нуждающих семей и граждан Казахстана для того, чтобы им оказывать первую поддержку и первую помощь. Второе, тоже мы сейчас с местными органами исполнительной власти работаем, чтобы сделать единый социальный пакет услуг.